Как, друзья, анекдот? А новый анекдот итальянский. Это анекдот итальянский? Да, анекдот итальянский. Монах с монашкой играет в теннис. Монах ударит, матернется. Она говорит: что ты, Бог тебя накажет. Да ладно, говорит, забыл. Опять играет, опять ударит, там что-нибудь. Опять матернется. Она говорит: что ты, Бог тебя накажет, уже все видит. Опять ударит, опять матернется. Он: да ты что? Да, ой, да прости, да забываю, говорит, все время. Вдруг, значит, откуда гроза, молния, бах, по монашке. Монах ошибся.